Всем привет, ребята. О, сегодня тяжелый день, очень тяжелый, так как целый день парило, что-то там пару капель дождя было, потом он прекратился, потом опять парит, очень сильно жарко. Я сегодня просто сидела и не знала, что с собой сделать. Сходила в душ, немного полегчало, но знаете, ненадолго легчает. Вообще, я сегодня проснулась со странным чувством, таким дискомфортом в животе. Вот. И это очень интересное ощущение, и до сих пор я чувствую себя как-то, в общем-то, странно. Не так, как обычно. Но я немножечко уже паникую, я начала собирать вещи. Уже достирала последнюю партию одежды, свою ночнушку. И думаю собрать на всякий случай рюкзак. У меня будет рюкзак. Сумки у меня нету. А вот мама должна будет приехать послезавтра. Только. Но я если что, жду. А там посмотрим, как будет. А вот. А сейчас мы отправляемся в магазин. Нам нужно заехать в... Короче, травный магазин. Взять... малину мне. Нашли для меня последнюю пачечку малинки. И мы приехали на картинг. Даня очень хотел посмотреть. Поэтому я думаю, нас пустят просто посмотреть, как они тут гоняют. Очень интересно Дане было. Уже скоро можно и ему кататься. Будет через пару годков. Что? Пошли посмотрим. Пошли, зайка. Зайка. Я никогда не катался на картинге. Вообще? Очень интересно. Не катался. Я тоже не каталась. Так как они ездят, это выглядит очень небезопасно. Ну да. Как будто бы сейчас занесет и вылетишь просто. А я не вижу, они пристегнуты хоть чем-то или нет? Неа. Нет. Так, на такой скорости поворот не ходишь, удар. Ну да. А вон там кабинки такие поднимаются. И оттуда прыгают. Я еще ни разу не вижу. Прыгают. Класс вообще. А, ты увидел? Да. Круто. Я бы, у меня не хватило бы духу. Еще до рождения Дани хватило бы 100%. А сейчас нет. О, для них что картинки? Да, это мини для детей. Смотрите, а тут мини-картинг. Интересно. Для деток. Класс. Посмотреть бы... Ну, они такие же громкие достаточно. Ну, конечно, там же моторы такие же. Прикольно. Куда? Пойдемте. Я камеру не успела зарядить и не сгрузила еще видео все, поэтому... Поедем туда хотя бы. Не успела еще сгрузить видео, поэтому надо сгрузить все и все. И тогда буду на камеру снимать, пока на телефон. Пришли сюда надёрты эти. Дёрты, да, называются? Да, в общем, да. Надёрты, они мне показывают, как они здесь катались. Честное слово, вот в жизни они намного больше. На камере я реально видела и думала, они такие маленькие. Ну, типа, вообще маленькие. Как для деток. Мы еще зашли в Меркадон и взяли морожка. Очень вкусное мороженое. Мы ели раньше. Пошли. Мы ели раньше. Как оно там называлось?
Магнум, да. Она стоила 5 с чем-то. Сейчас уже, наверное, все 6. И после магнума я пробовала вот это, оно было невкусным. Потом перестала есть магнум. И оно стало таким вкусным, как магнум, прям. Вот. И водички еще зашли взять. Ой, ух ты! Это так много листьев нападло. А, нет, там, дальше. Тут тоже просто чуть расчищено. Я и подумала. Ай! Блин. Класс, молодец, папа. И погнал. Маловат ему уже этот байк. Угу. Вообще маловат. Ну, так полетать просто. Тут день, да, отдыха. Мы сегодня, да, решили сделать день отдыха от велосипеда, потому что он реально каждый день, по много часов. Да, по много часов он ездит и ездит. Надо ему хоть иногда отдыхать. Вот он отдыхает на таком байке. Сынок, едь, ты не на велосипеде. Ты можешь и так покататься. Так, а мы решили с Даней на площадку прийти. Нас Валик завез на площадку. Сам поехал домой. Мы заходили в Меркадону, закупились немного покушать. Все, мы уже нагулялись. Идем домой. Даня катался, игрался. Сынок, стой! Сейчас я вам покажу его ноги просто. А ну покажи свои ноги. Все в пыли, все. Просто это он так катался, там тормозил боком. Вообще круто. И буксовал, да. Поехали. Сейчас папе позвоним. Ой, какой молодец, слушай. Сам. О, тут открыто. Так, а я сейчас собираюсь приготовить быстренько треску в мультиварке. А, да. Вот, треску приготовлю с рисом у нас будет и овощами. Еще хочу сделать себе салатик такой с яйцом, с этим. Как его там? Яйцо, чеснок, сырочек. Все это перемешать. Я люблю очень такой салатик. Ужин такой. Это треска. Я ее стушила. Исчезла, испарилась. Были такие большие куски, а потом она испарилась. И... А? Да. Вот. Короче, и рис мы взяли замороженный с овощами. Просто на сковородочке Валик обжарил и все. А потом будет салатик с чесночком. В общем, все, Валик уже остальное делает, потому что я уже все не могу. У меня схватка за схваткой тренировочная. И я просто не выдерживаю стоять. И я легла и лежала. Так что будем мы кушать. Всем приятного аппетита, кто кушает. Так, ну что, Валик сделал салатик. Ну, этот. Закуску эту. Очень вкусная. Кстати, торт. Я забыла вам сказать, или я говорила. Он, короче, безумно вкусный получился. Мне очень понравился. Я насладилась. И сейчас так же. Вот этим вот салатиком. Даня уже пошел спать. Валик там тоже объелся. Хочет тоже тортика, но мы как-то рыбки наелись. И уже лучше не стоит его есть. Но я, может быть, попозже и съем. Мне как-то все равно. Короче, будем мы уже отдыхать, ложиться. Поэтому всем до завтра. Всем пока.